черную, черную, да. Ну что, ребята, выбрались на природу, наконец-таки, за сколько времени. Вот нас тут толпа. Дело необычное. Мы приехали не пострелять, а порыбачить. Но еще есть одна фишка. Значит, вот такие вот штучки. Кто узнал, сразу пишите. На самом деле это решетка от вентилятора. Но если в нее положить тухлячок в виде рыбки, зафиксировать все это дело, то будем надеяться, что это будет хорошая раколовка. Посмотрим, что будет дальше. Райбикут, да? Не, ну явно тут что-то пальчиком глубину. Не, вон он где. Точка. Не, точка-то да. А, нет. Это ты имеешь, что это? Это вот такая глубина. Почти 2 метра. Видите, поплавок внизу закинуть легче. Ну это понятно, смысле, это понятно. Туда. Я понял, понял. А потом он поднимается до этой я точки, понял, дальше понял. Не Николай, вообще-то здесь на губе у вас. Мы выехали сюда отдохнуть. Ну и отдыхайте, а не, отдыхайте. Вот и отдыхаем. Давайте теперь вот с этой темой с моей что-то сделаем. Какой? Ну а теперь в бой пойдет профессиональное вооружение. Ну а что, почти профессиональное. Такая вот хреновина. Непонятно для чего она, конечно. Рыбакам понятно. Ну, рыбаки нас не смотрят, нас смотрят охотники. Ты меня только не снимай. Да не снимай, я тебя нужен-то нам. Это да. Да? Да, конечно, видишь, попить выходит. Так, ну-ка подожди. Распрями. Сейчас. Что там у нас? У нас там хлеб и с чесноком. Чесноком натертый, да? Да. Такая вот полупрофессиональная хрень. Посмотрим, как она работает. Я тебе говорю, нужен ты, смотри. Ну, нормально, да? Пошла ко дну. Да на пучок этой камыша. Я думаю, раки не утащит ее. Надо ветер, чтобы остальное. На бабский, да, сделаем? Да, на бабский сделаем вещей. Все. Слушай, пошли не по камышам, а? Бля, сходи далеко. Да? Да. Молодец, ты вот радуешь меня с каждым днем, Николаевич. Ну уйди. Жди тебя не страшно. Да, уже пофигу. Ну я тебе открою страшную тайну. Змеи сейчас спят. Да? Конечно, они же хладнокровные, они уже должны спать. В конце концов, ноябрь месяц уже на дворе. Почему? Да нормально было, нормально. Там со всем этим еще есть. Вот по каким кушарям приходится пробираться, а? Лень в обход идти, а? Вот что делает лень человеческая с людьми, а? Про обоих. Я с той серьезной кашей вот на этой ребяти. Вот я и не удивлен особо. Достаю. Давай, пробуй. Давай.
О, рыба, голова на месте. Ура! Вроде ничего не будет. Ту проверять будем? Да, конечно. Давай. За что? Кто там? Так, маленький. Ха! Это уже улов. Значит, они здесь. А мы его что, достанем? Нет? Не надо, пока лежит. Пускай плавает. Не, надо вытащить его. Да? О, какой. Так, ведро пустое дайте. Да. А где оно? Пустое. Вот это возьми. Да, миску, да. Ох, четко как, да? Да. Вот оно. Все функционирует, блядь. Так, руку дай. Так, держи. Функционирует. Значит, эта хрень работает. Куда она тянется? Вот вам, ребята, новый лайфхак. Как ловить. А, его никто не любит. Полезный совет, да. Здорово. Маленький. Да, маленький, блин, очень да. Нажимает. Чё это пробуем? Кого, донку? Не, понял, да. А, ещё центральная, точно. Давай её тоже. Ну, хотя она недолго стоит. Ну, попробуем. Хотя вон там меньше стояло, чем вот это. Меньше, да. Пусто. Мне не нравится, как она стоит. Давай что-нибудь поменяем. А ничего не надо менять. Ставь. Мы будем ставить? Не надо. Больше есть, нет гамон? А? Есть гамон еще? Голову еще есть, но смысла нет. Давай еще одну привяжем. Еще одну сюда? Можно просто закинуть туда и все, пускай плавает. Так вот именно. Пускай плавает там внутри, закинь его просто. Че ее привязывать? Смотри. Не унесут они. Ну давай. Ну давай. Вообще под берегом обычно их много. Ну, они же возле обычно берега, под берегом, да. Ой, еще там. Раз, два, три, четыре еще. Какая зараза. Сколько бы ни было. Что? А это что-то ты не обмотал, я смотрю, она не раскроется. Сколько ей где-то? Нет, она на болте. Болтик. А, один. Один, а там фиксатор. Хотя бы достать сможет, да? Ну сможет, да. Раскорячь. Эх, сколько я их в детстве ловил. Станица Староминской на речке Сосуки. Вот это мелочка, мы такие даже не брали. Там и путь. Ну это маленький. Я говорю, я тогда поймал, у него вот клешни есть. Вот такие клешни были. Как клешня, да, правильно? Ну да. Клешня, да. Вот здесь уже сидел именно на этом месте, на удочку он у меня. Две удочки, два поплавка, вот так вот перепутался. Так, все, ребята. Замерзли, решили погреться. Греемся вот этим вот и вот этим вот. Но этим реже. Поэтому основной обогрев у нас вот здесь вот. Как-то так. Вот это вот едим. А погода все не налаживается. Давай. Ладно, продолжим дальше, когда что-нибудь еще поймаем.